Итак, закончил очередной проект «Топоры сапера». Реконструкция топоров сапера французской армии. Сами головы топора, значит, тело изготовлено из стали 20, а лезвие идет варное из стали 8А. Бойки из стали 40. Древко топора идет из березы, тонировано. Оковки. На большом топоре оковка идет из нержавеющей стали. Ну и, соответственно, вот такая вот точеная пимпочка, тоже из нержавейки. На втором топоре, который поменьше, идет латунная оковка. Топоры я оттестировал в рубке режущей кромкой различных досок, брусков и прочего. Эти бойки тоже оттестировал. Тоже все вполне хорошо, все успешно проверку прошло. Вот. Длина общая идет 86 сантиметров у обоих топоров. Тыльник закрывается у топорища в месте посадки топора такой вот шайбочкой, то есть крепящейся двумя болтами, шурупами со шлицами. На прошлом делал крестовые, то есть там немножко не подошли они, попросили поставить со шлицом. Вот. Ну и второй, соответственно, с латунной оковкой, который поменьше идет. У него тоже идет пробочка из латуни, закрывает. Вот такие вот топорики получились.